Время воспринимают обостренное внимание Кулаковского к демографическим процессам в мире, России и Якутии. Так ли уж остро в те далекие года начала 20 века стоял вопрос о вымирании народа саха, представителей малочисленных народов Российской империи, именуемых в ту пору инородцами, насколько велика была опасность его исчезновения в условиях глобального переселения народов, прежде всего в самой России. Как говорится, слава Богу, что катастрофы не произошло. Но острота проблемы остается и в наши дни, останется и в перспективе. Вот. И рост численности населения в соседних азиатских странах заставляет над этим постоянно задумываться.